Pocketbook 617 по-прежнему является карманной книгой в лучших традициях. Но чем она особенно примечательна, мы узнаем в нашем обзоре. Посмотрим на комплектацию модели. Здесь у нас классическая коробка для Pocketbook. Открываем. Собственно, все как и должно быть. Сама читалка, руководство по использованию и гарантия. Ну и краткое описание того, что происходит с ридером, если вы носите его без чехла. Запомните, современные ридеры становятся все более высокотехнологичными и тонкими. Без чехла вы уменьшаете срок службы вашего устройства. Шнур для питания и подключение к ноутбуку. USB на microUSB. С помощью него вы сможете закачать книги во внутреннюю память устройства. Посмотрим на корпус и дизайн ридера. Классический Pocketbook. Аскетичный, удобный и очень приятный на ощупь. Пластик выполнен в soft-touch формате. Да, небольшие отпечатки будут оставаться, но поверьте, эти ощущения того стоят. У нас модель в черном цвете, а есть еще белый цвет корпуса. На нижней грани устройства слот для microUSB, разъем для карты памяти microSD и кнопка включения. Внутренняя память устройства 8 гигабайт. Устройство легкое, весит всего 155 грамм. По параметрам. Высота 108 мм, ширина 161,3 мм и глубина устройства 8 мм. Экран 6 дюймов с разрешением 1024 на 768 пикселей. Также имеется умная подсветка Smart Light. Она автоматически выстраивает яркость экрана и тепло. В ночное время суток также будет комфортно читать книгу без вреда для глаз. Также экран имеет современную технологию E-Ink карта. В отличие от обычной технологии E-Ink, увеличена контрастность соотношение 15 к 1. Она абсолютно безопасна для глаз. На корпусе расположены кнопки для интерфейса, перелистывание страниц вправо и влево, а также центральные кнопки для передвижения по меню. В книге можно делать заметки, переводить слова, смотреть фотографии, переворачивать изображения. Pocketbook 617 имеет встроенный Wi-Fi. В приложении вы найдете калькулятор, новости, календарь и стандартный набор игр. Если вы скучали по змейке, то она здесь есть. Этот ридер создан для чтения и не имеет лишнего функционала. Оценить его возможности можно, зайдя в библиотеку устройства. Выбираем книгу или закачиваем свою, нажимаем «Настройки чтения». Здесь можно поменять шрифт, интервалы, поля, границы. Все для того, чтобы сделать чтение максимально комфортно. Чернила быстро перестраивают свой рисунок. Ридер поддерживает все основные текстовые форматы. Pocketbook 617 — это компактный ридер, который позволяет держать его одной рукой на весу в дороге, лежа на кровати и не ощущать при этом тяжести знаний.